Завершился чемпионат Республики Беларусь по гандболу среди женщин. Наша гродничанка стала второй, уступив всего 2 очка своему основному противнику БНТУ «БелАЗ». Гродненская команда показала себя на высоте, опередив ближайшего преследователя на целых 8 очков. За хорошую игру гродничанку поблагодарило руководство области и города. Серебро гродничанки золотым отливом. Чуть-чуть не хватило до золота. Я думаю, что вот эта встреча, она послужит, станет таким хорошим стимулом для того, чтобы в следующем сезоне, который не за горами, гродничанка принесла гродничне золото. Поздравить гродничанку пришли представители областных и городских властей, председатель Белорусской Федерации гандбола, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Гродненского облсполкома. На встрече обсудили плюсы и минусы игры, предстоящий чемпионат и возможные изменения в составе команды. По словам главного тренера, команда уже сыграна, но изменения должны внести некоторые коррективы в игру. Ну, изменений практически нет. Единственное, что вернулся Григорьева с Астраханочки. И после травмы вернулась это самое, Черпановская Ира. Вот и все. А так-то, в принципе, все молодые. Гродничанка уже начала тренировки. В сентябре состоятся первые игры. Будем надеяться, что в следующем году, после 10-го юбилейного серебра, нашу команду ждет золото. Юлия Броско, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.